На специальное совещание глава города пригласил руководителей городских предприятий, тех, кто не спешит платить пенсионные и страховые взносы. В основном это строительные, не местные компании, которые работали во время олимпийской стройки. Анатолий Пахомов отметил, что в выплате пенсионных и страховых взносов городской бюджет напрямую не заинтересован. Через эти фонды он не пополняется. Интерес властей – это социальная защита населения. Ведь своевременная выплата пенсии и пособий напрямую зависит от погашения задолженности городскими предприятиями перед пенсионным фондом и фондом социального страхования. Не будете выплачивать то, что положено, налоги платить, пенсионные взносы платить, будем принимать меры. Зарплата и пенсия – это то, что государство гарантирует нашим жителям. А пополняется городской бюджет за счет налоговых поступлений в числе должников и физические лица, которые не платят имущественные и транспортные налоги. Не досчитывается средств казна и благодаря серым схемам выплаты заработных плат. Для того, чтобы изменить ситуацию, нужны общие усилия, отмечает мэр, администрации, налоговых органов, службы судебных приставов и полиции. Еще одна проблема. Более 500 миллионов задолжали городу арендаторы муниципальных земель. С предпринимателями, которые систематически нарушают условия договора, не платят деньги. Эти договоры в судебном порядке будут расторгать и искать более эффективных арендаторов. Таких исков в судах уже несколько сотен. Средства за аренду земли очень важны для дальнейшего развития города, подчеркнул Анатолий Пахомов. При этом на совещании было отмечено, что все социальные обязательства, в том числе строительство школ, детских садов, городом будут выполнены в полном объеме.